Музыка – это единственный в мире интернациональный язык, для которого, при общении на котором не требуется переводчик, потому что на языке музыки говорят обычно и разговаривают души людей. И сегодня присутствует следующее произведение в этом концерте, в этой программе, наверное, благодаря дружелюбию, желанию объединять как можно больше людей благодаря музыке и творчеству Самвела Айрапетяна. Народная великая вещь. Предлагаем вашему вниманию. Хава Нагила!